Ответ на вопрос. Если прививка у яблони оказалась засыпана, что делать? Значит, первое, скажем так. Если прививка засыпана, а прививка идет выше корневой шейки на несколько сантиметров, значит и корневая шейка засыпана. Это очень плохо, потому что корневая шейка, если она засыпана, она начнет подопревать и может сгнить, и дерево погибнет. А насчет самого места прививки пока ничего не скажу. Значит, в этом случае, если саженец подсажен недавно, ну, даже если он год тому назад посажен, наверное, проще сделать, выкопать его аккуратно. У него же корни еще не разбежались по всей яме. Его можно выкопать и пересадить. И для того, чтобы быть уверенным, что вы правильно посадили, хотя сейчас это не делают, применяли раньше посадочную доску. Ну, толщина ее где-то была, ну, сантиметра 2-3. Так вы черенок лопаты перебросьте через яму и равняйте корневую шейку не по нижней стороне этого черенка, а по верхней. А потом вместе с почвой все осядет на место. Вот. Дело в том, что корневая шейка – это активное очень место у растения. Здесь все время идет поток. Поток из корней. Вода и растворенные в ней вещества. Вещества, накопленные в листьях, в кроне, в корни опускаются. Здесь очень активное место, и поэтому оно опаснее вот это вот то, что может подопреть. И прервутся эти потоки, и все, и жизнь закончится. Если дерево уже у вас довольно большое, и его пересаживать только хуже сделаешь, значит, надо аккуратно отгрести эту землю, дойти до корневой шейки, освободить ее. Причем не делать так, чтобы у вас как чашка получилась, на дне которой корневая шейка. Это тоже вы не лучше сделаете. В этой чашке будет накапливаться дождевая вода, талая вода, и эффект будет тот же самый, что сидит в глубине, если не хуже, поскольку тут уж вовсе вода. Вот. Значит, надо будет аккуратно отгрести и сделать выход из этого понижения пологий, чтобы стекало в другую сторону, уходило. Вот, может быть, вы отгребете, а тут как типа канавки чуть-чуть сделаете, чтобы выход был. Другого пути никакого нету. А в каких случаях садят до места прививки? До места прививки иногда садят карликовые деревья на карликовых подвоях. И еще вот попалось где-то мне в книжке, что груша, привитая на айву, тоже садят так, чтобы место прививки закрывалось землей. Больше я другого не встречала.